Продолжаем. Бензин-то, кстати, сколько у нас? Тихо-тихо-тихо, сколько просто, чтобы это ради интереса. 5%, 5%. Насколько нам этого хватит, куда можно было бы с этими 5% податься? Как я помню, здесь вот прям при выезде, по-моему, вот в этой вот беседочке у нас есть бензин. Подъедем к нему. Парни, открывайте, мне бензина и так мало. Тормозить. Молодцы, молодцы, стоят на постах, все дела. Так, почему отметка такая? Почему не желтая? А, так мы же не на задании. Точно. Не сюжетно. Можно было просто в окно залезть, но... Так, здесь еще у нас мини-склад. Здесь у нас... Хаммер. Рек. Так. И все. То есть я, короче, походу это немножко обшибся. Ничего страшного. Бывает. Так, а что я вообще хотел? По-моему, что-то я хотел посмотреть из экипировки предметов. Что-то хотел почитать. Зона поиска какая-то. Опасно. Активно. Истребитель Орд. Нет, при чем тут активно? Не, ой, что-то я хотел. Кстати, да, призы. Вот у нас, значит. Такая вот коллекция, полная коллекция, кроме дорожного апокалипсиса, получается. Я сейчас посмотрю, у нас, походу, да, только дорожный апокалипсис остался. И это вот, не понимаю, одновременно выполнять занос, используя... Еще разочек. Одновременно выполнять занос и использовать закись азота в течение 5 или более секунд. Одновременно выполнять занос. Использовать... И использовать закись азота в течение 5 секунд или более секунд. Не знаю. А, и следующая страница. R2. L2. Ой. Ух. Ух. Там что-то новое. Смотрите, это новое. Этого не было. А, выживать-значит жить, пройти сюжетную кампанию Days Gone в режиме выживания. Но мы не можем этого сделать, потому что режим выживания, к сожалению, появился. Я это проверил только где-то... Ну, мы уже где-то процентов 20 прошли. Вот. Поэтому не серьезно. Выжить за 60 секунд, это мы пытались сделать, но тогда мы не знали то, что это надо в режиме выживания. Дальше что-то синим. Какие-то дополнительные призы. Главное участие. Получить первую бронзовую медаль в испытании. Ладно, почетное второе место. Получить первую серебряную медаль в испытании. А, так это испытание. Я понял, это все испытание. Угу. Дальше золотой мальчик. Получить первую золотую медаль в испытании. Сделать это красиво. Это все к испытаниям относится. Все ясно. Испытания тоже появились только вот... Недавно они появились. Это как бы вообще конкретно к сюжету не имеет какого-то прям отношения. То есть получается, в принципе, как мне прислали письмо на почту, платину можно получить, если все призы первого порядка, так сказать. Вот. Дорожный апокалипсис, не знаю. Одновременно выполнять занос и использовать закись азота в течение 5 или более секунд. Я уже пытался это делать, ничего не получалось. Вот. Не знаю, можешь заехать, посмотреть, что тут. Да не, не будем заезжать по причине того, что... Если там патроны, то я не хочу их брать. Если там патронов нет, тоже. А там еще может быть... Одна неприятность, типа каких-нибудь там силков. И я не знаю, как сейчас будет реагироваться. То есть, кто сейчас в силке. О, все, бензин закончился.
И он нам проложил маршрут прямо аж здесь, да? Прям все равно через вот это все. Ладно, посмотрим. Окей. Так, там детишки шакалов. Ну, посмотрим, что. Ладно. Где? Вот ты где. Короче, если там максимально пусто, по-любому это силки. Я не хочу в них попадаться, потому что... Подальше от деревьев лучше ходить. По одной простой причине, то что, возможно, здесь это уже будет немножко не... Как называется? Короче, жалеть нас уже никто не будет. Вот. Ну и чё? Так, тут у нас бегун, кстати, я хотел в него... Бегун-беглец, как это называется? Не бегун-бегле... А, этот. У нас... Вот только говорил... не селок! Но вот куда я смотрел-то? Ну, сейчас посмотрим, что произойдет. Ладно, пофигу. Ну, в этот раз нам повезло. Я жив, охренительно. Надо забрать мои вещи. В этот раз повезло. Короче, что значит не попасться? Один хрен мы можем их завалить с бэкдика, с ножа и со всего остального. Вот, по-моему, мы здесь были уже, да? Здорово, дружище. Вот что это было? Как это назвать? А, вот, окей. Привет! Как дела? Звук был оттуда. Там, не здесь. Иди проверь. Понятно. Чего? А вы кто? Огонь, огонь! Давай возьми что-нибудь, пушку какую-нибудь. Так, другой. Ни к чему. Стоять. Раскачается. Конечно, кончается. Короче, все, больше не будем на такую фигню попадаться, да? Давай бошку. Стой. Не понял. Понял. Нам повезло, что мы остались живы. Реально. Вот. Где наши вещи-то? Так, ну, мы все вроде собрали, полистирол. Так, какие 6 дробов, я думал, у меня тут вещи. А, похищенные вещи возвращены. Окей, окей. Точно все? Все, больше в силки не попадаемся, и совет всем... Как бы... Оно того не стоит, реально. Вот. Всегда нужно. По супер простой причине, что... Ну, по-моему, с упокоителями такая тема, что они... Очень не любят Дикона. Где мы вообще находимся? Куда нас утащили? Вот. Ну, оказывается, даже не мародеры, типа, были. Как их зовут-то? Извиняюсь. А кто-то, короче. Просто какие-то бомжи, что ли. Где байк? Вот куда идти за байком?
за горой, байк за горой. Ну что, готова поорать? Банша. Здесь прохода нет. Ну вот. Как бы либо бензин заканчивается. Кстати, он закончился же бензин. Я более короткого пути не знаю. Вот посмотреть по карте вообще, то я сейчас буду кругаля. Ух, охренеть можно. Кто-то нас утащили. Тут никаких более логичных. Ну ладно, бежим. А, ну мне так далеко. Ну, далеко, конечно. Может вернуть байк. Ладно, пробежимся. Может какой-нибудь еще. Вот еще одна причина не попадаться в силки. Вот. Провода зато вот они протянуты, все нормально, поэтому там света. Вон, везде есть свет. Это там и генераторы есть. Да, извиняюсь за такую пробежечку. Ну что поделать, все равно бензин закончился. И его надо было бы искать. Да, сейчас будем еще заправляться. Секунд 40. Ну, мы уже близко. Вот, будем считать, он закончился. Все, я, короче, больше на эти вылазки попадаться не собираюсь. Надеюсь, здесь есть бензин. Ну, вперед, Дикон. Дик. Ну, ты же можешь катить. Почему ты не катишь, Дик? Во. Ну, кати. А, я понял, можно катить движением. Угу. Вот. Это обычно ополчение. За метры. Потери. Даже непонятно, кто в доме жили, фриканы или мародеры. Все, заряжаю, заряжаю. Ох, тебя он его прямо откусил. А мы тебе башку прострелим на слоумо тогда. Пал. Он этого явно не ожидал. Честно сказать, не знаю, откуда столько жестокости во мне. Но... Да, еще патрон хороший вредил. Ну, да ладно, че уж там, жалеть их, что ли. Денег в каждом лагере. По 50 тысяч. Ну, где-то 20, конечно. Коуп он всегда был. Как называется? Жматом. Нам же нужен бензин, я его нашел. Но Коупланд молодец, Коупланд и Элкай приехали, это прям вот сильно было, действительно. Прям эмоционально, да, еще вот у нас здесь. Ну ладно, бутылочка, будем считать, мы бутылочку с баночками собираем. Так, у этого безголового пускай, так, взяли. Две канистры нам не нужно, нам хватит одной. Вот. Вот так. Еще сказать-то? Согласись, было прикольно, когда приехал Кай и Мэнни с Коупландом. Порядок. Кстати, если кто-то миссии не выполнял, то они не приедут. Это так, на всякий. Не знаю, зачем я это делаю, просто так. Так что... Так, у нас какая-то отметка, все-таки сюжетной линии есть. Вот желтая. Но она как-то в никуда, как будто. Надо перезагружать, короче. Не знаю, вот доеду сейчас, потом перезагружу. Не знаю, 5 секунд прошло, нет? Вроде это был занос с закисью. Я не знаю, что им нужно.
Они имеют в виду под словом занос. У нас не орда, это так качей. Может, ему нужен какой-то специальный занос? Я не знаю, короче. Сложно. В принципе, мудрое решение здесь все закидать травой. Флаг не развивается. Послушаем, что скажет. Это ничего. Дикон, как ты? Как дела, Руми? Давай. Ну что, как тебе теперь живется без сержантских нашивок? Я думаю, нормально. Честно говоря, скучаю по капитану Коури. Он всегда был добр ко мне. Да, да, я тоже. А что насчет тебя? Скучаешь по ополчению? Я бы сказал, определенно нет. Ясно. Да. Вот так вот. Спасибо. Джанни. Пока, Руми. Джанни. Дик, как тебя? Ну, Дик, как же ты без «да, сэр» и «нет, сэр», а? Скучать будешь, а? Ну, как бы, вряд ли. Да и я тоже, если честно. Хотя, знаешь, мне наверняка захочется еще покомандовать твоей тощей задницей. Ой. Знаешь что, этого и мне будет не хватать. Так никто не командовал же. Световая граната, по-моему, вообще просто образовалась из ниоткуда. Ничего интересного? Да, вот так вот. Эй, Канада. Дик, чего задумал? Да. Ну, как жизнь, Лукас? Так что, ополчения больше нет, да? Что думаешь? А я по нему даже скучаю. Я же был сержантом, знаешь. Ну, привилегии кое-какие, все такое. Ну, чего ж там, жизнь продолжается. Это точно. Ну, смотрю, ты сам быстро красную повязку потерял. Но я тебя ни в чем не виню, если подумать о том, что произошло. Понятно, был намек на то, что как бы... Вот. Ну вот, у тебя ничего нету, короче. Кофр, короче... А, кофр здесь самое максимальное, вот, то есть вот такое вот все. То есть это как раз для любителей тех, кто... Ладно, кого действительно деньги карман жмут. Ладно, до встречи, Дик. На кухне здесь вольно. Вот. Можешь продать все эти грибы. Они нам пригодятся для микстур, наверное. Сейчас пока рано что продавать. Так, вместо Коури у нас теперь Глен Рассел. И доступная работа. Но она никак не указана. Ничего страшного. Окей. А, Дик, как же я рад тебя видеть. Что так, Рассел? Наши люди пропали во время вылазки. Я отправил других на их поиски, но на них тоже напали. Все вернулись, кроме Гомес. Гомес? Она жива? Я не знаю. Следуют в разные стороны. Нужен хороший следопыт, чтобы там во всем разобраться. Черт, сделаю, что смогу. Спасибо тебе. Это ж вроде как моя ответственность. Окей, та еще стычка. Представляете, есть еще работа, оказывается. Нам надо ехать сейчас. Что это за место? Ну да ладно. А, я понял. Походу нам надо будет сюда сейчас в лагерь. Гомес, не знаю, что за Гомес. Еще это и женщина. Здесь много женщин. Мы в основном женщин, по-моему, и спасали здесь. Все, кто в армии был, в основном все были женщины, кого мы спасали. Тейлор не в счет. И что же еще-то?
А, вот работа какая-то. Что это? Во благо других. Так. Понятно. Надо будет еще к Такеру съездить, послушать там диалоги. Здесь же что у нас? Сейчас мы выполним работу. И... Ладно. Поехали выполнять. Пока есть работа. Кик, чего задумал? Как Да жизнь, это Лукас? не касается никак. Погоди, я сейчас. Гадю, гадю. Так, ну сейчас мы будем с людьми воевать. Это не так страшно, он не ума. Так, знакомый звук был. То, на ком я хотел проверить свою любимую пушенцу. Ну лезь уже! Это он про патрон, если чё. Не, здесь хилики, короче. Пофигу. Послышалось. В общем, если будет спринтер, для него у меня всегда есть одна патрошка. Так, походу сейчас опять воевать с людьми. А, вот здесь может быть орда. Найти орду. А почему здесь? Типа она рассосалась так. А, это та орда как раз, которая вот самого-самого. Ну ладно, не важно. Там и там немного, вроде пещера небольшая, так что. Просто вокалист. Да, здесь в основном машины, поэтому здесь запись особо не впилить. Ну, это случайно. Обычный. Трик обыкновенный. Мутантус обыкновенный. С палатки какие-то. Оригинально кто-то сидит. Так, тихо-тихо-тихо. Да, нормально так сидит. Нога особенно нормально. Ладно, у тебя все равно тут добра нормально. Здесь, конечно, физиономия еще страшнее, да? Понятно. Где ты, мразь? Вижу. Следующий. Можешь не вставать. Я сам подойду. По-моему, напалм у меня полное количество напалма. Вот, так что Гомес, 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 Гомес. Так, там еще один волк. И лом, да, нам нужен лом. Мы можем его 20 штук брать. И он нам нужен. Надеюсь, его два. Конечно же, один. Так, напалмы у нас все, коктейли, все. Гранат бы. Ну ладно. Гранат бы это слишком жирно. Так. Что будет, если? Голова осталась на месте. Она уже просто это, цементная стала. Поэтому с ней ничего не произошло. Закостенела за это время. О, звук был громила. Так, ребят, отвали. Отвали. Громила, отлично. Какой он бежит, бежит, бежит. Ой. И упал. А звук-то какой был? Кому-то отрубило бошку. Ой, голову, ой, пфт, руку, кисть. Чё, еще есть желающие? Иди.
Иди руку возьми. Ладно, короче. Нам еще стрелять и стрелять. Вообще, да, нам так 8 орд. Еще один громил. 8 орд это немало. Там какой-то лютый замес. Ладно, и так видно. Ладно, поможем, кстати. Обижай маленьких. Подожди, здесь слишком все активно. Не попал. Ладно, может так попадем. О, стоять. Я ж попал в голову прям. Понятно. Тот фрик забил громилу. Он просто упал. Аккуратно. Что здесь происходило? Только фрики? Пати фриков? Все? Все, больше никого? У Банши, по-моему, бошку не сносит. Как я помню. Все проверим. Ладно, короче, грибочки, это все хорошо, но они нам не нужны вообще, как бы. Так, у нас 14 патронов. Так, грибочки. Ну, где? Сот метров. Мы доедем вообще туда. 14 щей можем завалить. Так, помогать там никому не надо. Спереди что, мост сломанный? Ох, или... нифига себе! А, так, надо осмотреться. Да не надо, Дико. Не видно ничего из-за тумана. Опа! Веревка образовалась прям. Натянули прям передо мной. Пацаны. Уж кирбану. Ой, из лавки. Но они еще мелкие. Ладно, достаточно. Хотели меня еще и свалить предварительно. А, молодцы. Так, что здесь-то? Я ничего не вижу. Куда? Вибрации. А, вот, байк. Ну, куда? Действительно, байк. Куда? Наверняка это Гомес. Ну, здесь следы, силков нету, так что... Судя по размеру женские, она еще крой. Надеюсь, ой, не только ее. Свежие пятна крови. Без боя она не сдалась. Ха, действительно, нас не обманули, да? Следов куча. Ладно, пойдем в туда. В туда, наверное. Куда еще? Кровавый след. Да, это, наверное, ее. Мародер. Черт. Прям. Хороший минус. Все, желающие есть. Сни меня. Эй, давай, не вижу тебя. Слишком близко. О-оу. Здрасте. А что у них за пушка-то интересно? Что-то взорвалось. У них несколько... А, один снайпер. Ой. Ой. Ну чего ты раз... Что такое? Ребят, я Дикон Сен-Джон. Вы чё, сдурели? Так, понятно. Алло. В кого-нибудь попал, надеюсь? Нифига себе, меня тут стригут.
Кто-то сгорел. Гори, ублюдок. Меткость. Вижу. Кстати, в этом лагере много всего. Главное, чтобы гранаты не кинули. Не вижу. Вижу. Что, шляпа слетела? Что ты гавкаешь? Кто еще остался? А, вижу. Чисто уже спортивный интерес стрелять по головам. Ну и для зрелищности. Слышь ты, башка. Ну, все. Я всех уложил. Да, между тем, здесь очень много всего интересного. А, кстати, что за снайперка? Патроны, вот. Но здесь они так и останутся, я как помню. Взял патроны? Нет, не взял, кстати. Патронов здесь... О, туалет. О, можно вскрыть. Мне, кстати, кажется, то, что если бы мы пошли в другую сторону, мы попали в какую-нибудь силу убирать. Ну вот. Впервые в таком вот заведении, не знаю, зачем зашел. Патронов просто куча, прям бери, не хочу. Это мы и так помним, что здесь куча патронов и... Но нам они не нужны. Я говорю, здесь их очень много. Надеюсь, я не взял патроны. Ну вот. Так, сельцо. Непонятно. Скорее всего, это точно так же будет, как с этими. С Роучем. Где-то на высоте, скорее всего. Отлично. Лоб, бутылка. Порох, аптечка не нужны. Ну, то есть... Здесь опять патроны, наверное, да? Гомес, о. Ты здесь? Я здесь! Сен-Джон! О, это я Гюль! Здесь. Это Гюль! Помоги мне! Я здесь! Сен-Джон, я здесь, а ты где? Погоди. Гюль. Погоди, я в тебя выстрелять буду. Шучу, не буду. Гомес. Рад, что ты жива. Сен-Джон, я-то как рада видеть твою кривую рожу. У тебя кровь-то еще осталась, хилячка? А то залила тут юшкой всю округу. Юшка-то не вся моя. Сама доберешься? Байк твой стоит на месте. На вид убитый, но он ведь у тебя такой и был, небось. Не ссы, дам по газам пыль глотать будешь. Да-да. Это Сен-Джон. Спасибо. Да, вали уже давай. Жесть, та еще стычка. 5000 опыта, ей. Ну, 1700. Защита слабых 100%, ну наконец-то. Заказные наклейки доступны. Деталь защиты слабых. Окей, во благо других сюжетная работа. А, я понял. Встретиться с Рикки на кладбище лагеря Lost Lake. Бежим туда. Отлично, здесь место. Кстати, сейчас посмотрим, если патроны здесь остались, то это вообще шик. И они здесь всегда будут. И... да. Ну, вспомню ли я об этом? Неизвестно. Такая дрень. Дико молодежь, что не заорал, как баба. Так, здесь, короче, много кто валяется. Ну, я не знаю, что у них там есть-то. Банки. Чего у нас тут нету-то вообще? У нас все есть. Хотя сейчас посмотрим. Для домовой нам нужны банки. Банки. У нас 19 банок. Еще одну банку можно собрать.
Ну, давайте кого-нибудь обыщем. Подушка безопасности, кстати, сколько их можно? Вот сейчас мы вот этих еще создаем. Два, три, все равно их нельзя найти. А, коктейль надо сделать. Ну, пусть будет. И вот это, нет, нельзя, пороха нету. Блин, жалко как. Ладно, лутаем как только можно и нельзя. Полистирол полностью, да. Керос точно нету одного. Здесь сразу двое. Порох, кстати, был, да, порох? Мне что, показалось, что ли, или что? Так, здесь у нас еще тело. Подушка безопасности, свеча. Хорошо, лагерь, они хорошо так устроились. Ну, конечно, вот это вот я еще в тот раз говорил, когда сюда приезжал, то что вот, ну... Если через эти ворота что-то попрет, всем будет очень хреново. То есть, как бы, это такой чисто блокпост, рассчитанный на людей. О, осколочная граната, как раз я хотел ее. Так, у нас там салют какой-то. В честь неизвестно чего, я не знаю, может, сегодня как-то праздник. Если что, 20... Уже 2-е, 22 июля. Ну, у нас все время праздники. Вот это следы наверняка куда-нибудь в нехорошее место. Но мы туда пройдем, поскольку... А, это обходной путь, понял. Хочешь сюда, хочешь туда, в общем. Так, здесь еще на столах у нас. Ничего. Секундочку. Да. У нас есть время. Обнаружена орда Соломона. Ну, понятное дело, обнаружено, потому что... Так, у нас и все время мы проезжаем через орду. Вот. Мы все не без греха, едем туда. Вот у нас продолжение сюжетных линий, кстати. Насчет сюжетных линий. Сюжетные линии активно... Ой, извиняюсь. А, нет, все правильно. Ты в безопасности у нас еще. Смотрите, встреча с Нером. Снера. Встреча с Нера, растерзанный, ты в безопасности, мы все не без греха. А, и все. То есть, грубо говоря, у нас осталось... Окей, 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 yes. Я думал, это кто-то сидит. Это, как всегда, вот эти приколи. Окей, фрики. Все это здорово. Мы через колледж, что ли, едем? А, через... Рассел, это Сент-Джон. Я... Я нашел Гомес. Она возвращается. А, вот это круто. Рад слышать. Я еще выйду на связь, узнать, как добралась. Отбой. Здесь было прикольно. Вообще здесь вообще везде было прикольно. Где было не прикольно, я не помню. Рассел, это Сент-Джон. Как там Гомес? Доехала до вас? Да, она сказала, что если бы не ты, ее бы убили. Передайте ей отбой. Все, раз отбой, значит ей. Так, перевал Санти. Надеюсь, орда прямо вот здесь не тусит. Не хочется. Что это было? Мишка валяется, его никто еще не съел. Надо просто проехать. Мы же умеем просто проезжать. О, это банш. Понятно. Ну, орды здесь нету.
Это пума. По звукам пищеварения. Мы уезжаем отсюда, нам здесь ничего не надо пока что. Ага, молодец. Уезжаем. Вот так вот оперативно все делается. Ну-ка, свежая голова, когда... Как называется, когда у тебя... Миллион версий. Lost Lake. Кто заметил, это отвалилось. Это. Громкоговоритель отвалился. Ой, да. Керосина прям вообще. Заправимся здесь. Ну вот, по доброй традиции. Но доброй традиции не будет, потому что все здесь заправлено. Добрая традиция, он имеет в виду, что по доброй традиции мы сейчас заправим генератор. А генератор нам не надо заправлять. Так вот. Здорово я разъясняю, да? Бутылка, ну ладно. Lost Lake, Lost Lake. Наш любимый Lost Lake. Кто мог подумать, что здесь может случиться какое-то такое ДТП? Нелепейшее. Байк уничтожен. На такое надо три. На обычного волка надо два. Ну, он бежит. Рано успела. Беру в дробаше столько патронов, просто невероятное количество. По-моему, только один раз у меня получалось все их потратить, и то это было как бы тоже прикол на пустой дороге, да, ДТП на пустой дороге. Велтон. Понятно. Убийцы и воры, все до одного. Сколько вы за сегодня уже прикончили? Понятно. Минус башка. Ты что, хочешь? Поговорить хотели? Это, у меня такое ощущение, как будто это бывший ополченец. О, лома-то сколько. Ух. Ну, байк-то... Ну, спасибо, что тебя... Я просто на самом деле думал, то, что ничего у нас не получится. Сейчас знаете, куда его отправим? Ни за что не поверите. Кстати, сейчас у нас 5 лагерей получается, да? Сейчас. Подожди. Тебе здесь не выжить. Я знаю лагерь. Сейчас там будет безопасно. Выбор из 5 лагерей. Покажи. Ну, я так пойду. Думаю. Пойду. Давай, давай. А, нет. Три только лагеря нам предлагают. Но у нас, как всегда, сухой расчет, и отправляем мы его в Hot Springs. Я, в принципе, так и хотел. Иди в сторону трехпалого Джека. Найди курорт Соломея. Поговори с Алкаем Тернером. Он поможет. О, черт. Я думал, мне конец. Понимаешь? Огромное, огромное тебе спасибо. Скажи, что прислал Сент-Джон, Дикон. Они меня знают. Штакет. Смотри, чтобы тебя не заметили. Мог бы поехать. Не знаю, ладно. Штакет. Наше все. Штакет — это очень круто.
сейчас, да, кстати, надо до Lost Lake доехать, вообще по-хорошему сохраниться. Потому что дальше, я чувствую, будет веселье. Ну, веселье в формате как. 9 орк. Ну, я считал 10, но пусть будет 9, так что быть. Ну, банши, да? Нет, не банш. Спринтер, отлично. То, что надо. Ох ты, какой плотный. Четыре патрона. Че, башка на месте? Короче, вот так вот выглядит спринтер. Какие-то разные выстрелы непонятные. Да чёрт. Так, и ты еще. Все, все. Извиняюсь, немножко затормозил, но чисто это. Не, мясо я не знаю. Буду мясо собирать до последнего, пока вот реально, пока не скажет то, что все. Отвали. Одна волчатина, все, все достаточно. Сколько галлонов мяса здесь можно набрать? Так, ладно. Вот так вот, значит, у нас волосатая его башка выглядит без башки. Остается такой вот, как бы мраморная говядина от его, блин, башки. Это вот его лохмотья. Напоминающие киноварь. Вот. Так, почему-то здесь сейчас посмотрю еще раз на время. Ну, в принципе, достаточно времени, чтобы... Кого здесь-то успели уже снести? Ладно, неважно. 4 патрона у меня в снайперке. Так, не падать. Понятно. Да куда ты, Дикон? Я же руль-то в другую сторону, ладно. Ой, извиняюсь. Ладно. Сюда. Ох, помню, как мы здесь пробирались. Ох, это было вообще док. Эй, церковь? Как думаешь, Фрики что-нибудь помнит? О себе? О прошлой жизни? Чё застыл-то? Работай. Они как больные с Альцгеймером. Ладно. Только сильные. Не знаю, больше ли здесь стало могил, меньше. Но меньше их точно не могло стать. Хотя Фрики... Эй. А, Дикон. Эдди сама вырезала. Красиво, да? Спасибо. Майк хранил кусок красного дерева в комнате. Он хотел, когда все уляжется, что-нибудь из него сделать, типа доски для нардов. Чего? Какие еще нарды? Майк что, играл в нарды? Нет. Нет, но в том и смысл, что настанет день, когда такие вещи снова будут важны. Ну, и что тут сказано? На меня не смотри, я не знаю. Это индийская пословица. От матери слышала. В общем, реки не пьют свою воду. Деревья не едят свои плоды. Облака не купаются в своем дожде. Великие всегда стараются во благо других. Что скажете? Ну, от тебя он бы такие слова точно оценил. Да. Да, думаю, если бы Майк был здесь, он бы сказал так. И что эта хрень значит? А? Итак? Ага. Нет, ты прав. Он бы сказал, что эта хрень значит. А потом, какого хрена вы тут стоите? Мир сам себя не спасет, мать вашу. За работу. Да? Ты снова прав. И правда ведь работать надо. О, а я рассказывала, как железный Майк впервые увидел нас с Эдди в доме прямо перед камином. Это была умора. Мы были так заняты. Не-не-не, мы там вот просто по полной. Чего? Я не понял. Ну и вот. А тут ходит Майк и на нас смотрит. Я не хочу про это знать. Замолчи. Ты посмотри на его рожу. Ничего у меня не рожа. Ах ты, извращенец. Как же вы меня достали. Эх, Майк. Во благо других. Мы все не без греха.
оружие? Воу! Мне кажется, это будет его ствол. Ну да. Что такое вообще? Что за мощь какая-то? Оружие постапокалипсиса. Или просто апокалипсиса. А, заказанные наклейки еще. Мы все не без греха. Так, детали, мы все не без греха. Симпатичная такая. Хоть сразу какие-то ассоциации такие с Рейвом. Ладно, посмотрим. Эх, Майк. Эх, Майк, Майк. 1941? 2019 это неплохо. Так, Майк-то оказывается действительно многое повидал. Тебе нужно что-то? Извини, я что-то растерялся. Это вон тот парняга что-то сказал. Короче, отсюда продолжим.